Уважаемые мои подписчики, всем привет! Я вот здесь вот тут в магазине, лента. Вот, смотрите, написано: прокладки гигиенические, тампоны и прочее. Только до 2 упаковок можно взять каждой женщине. Бедные женщины. Вообще, на самом деле, это незаконно. По закону не может магазин отказать в покупке того количества товаров, которое нужно потребителю, потому что это публичный договор, поэтому это все незаконно. Но это настолько сейчас смешно. Давайте пойдем вот сюда, еще с вами сходим вот сюда. И вот посмотрите, вот то же самое, это ватные диски, которыми убирают косметику, чистят лицо. Так что, уважаемые женщины, не надо краситься. Помните, в 30-е годы никто не красился, иначе снимать макияж будет нечем.